Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Ним42. И мы с вами продолжаем проходить четвертый Silent Hill. Так, мы остановились на том, что мы снова застряли. Не могли вытащить Али, но я правильно все сделал, что надо было просто на свежую голову снова попробовать. Короче, я допер, надо было просто провести ее по эскалатору. Там же есть эскалатор в метро. Так что мы сейчас отправимся с ней туда. И, кстати, я все время забывал сказать, здесь еще цепь упала. Вот, я это сам довольно поздно заметил, но, в общем, вот одна цепь отвалилась. Я думаю, на самом деле, вряд ли они все отвалятся. Я думаю, это не имеет никакого отношения к окончанию игры. Но посмотрим. Так, давайте-ка чего-нибудь сначала еще спрячем. Так. Вот это спрячем. Все равно мы это только в квартире используем. Ладно, все остальное пускай лежит. Так, и опять я пошел по привычке в туалет. Нам надо сюда. Так, ура, все, мы на месте. Так, и потом, который раз забываю, кнут, на те кнут. Все, ура, теперь у нее кнут. Теперь сумку можно выкинуть. Ну ладно, я это потом сделаю все равно. Так, теперь нам надо понять, каким макаром нам добраться до эскалатора. Потому что я, честно говоря, не помню, где это. Чё? Готовы? Или нет? Не желаю. А, все, тут умерла. Отлично. Так, окей, идем дальше. Так, как нам попасть к эскалатору? Посмотрим сначала, что с этой стороны, потому что я не помню совсем, как к нему идти. Давай, Эля, не тормози. Попробуем вверх по лестнице, что ли, не знаю. Мы вообще с какой стороны? С правой или с левой? Вроде с левой. Как? Вот я не помню. Блин, где этот эскалатор? Ну, нет, там вверху по лестнице вроде ничего нету. Давайте сначала сюда пойдем. А, блин, я вообще не сюда. А, так получается, я с правой стороны. Если там дверь закрыта, да, это получается правая сторона платформы. Правая платформа, да, значит, нам тогда наоборот вверх по эскалатору. Окей, идем вверх. Ой, тьфу, эскалатор, какой эскалатор? По лестнице, что я говорю. А тут тупик. Окей. Видимо, нам придется идти назад через поезд. Так, где тут была дверь? Вот тут. Да отойди ж ты с прохода, ну. О, свеча. Возьмем еще свечу, на всякий случай. Вообще, мне бы аптечку. Потому что что-то как-то... Что-то как-то нет аптечек. А, видимо, мы сюда только за свечой ходили. Да? Или нет? Тут дверь можно зайти? Да, можно. Нет, все путем. Хоть бы сейчас эти призраки дурацкие не налетели. Ой, прекрасно. Только я это сказал. Так, тут тупик. Отойди, Айлин, отойди.
да? Да ну какая ж ты. Иди сюда. Не можешь два шага сама сделать, что ли? Ну? Ты тут? Тут. Давай скорей. Знаете что? Проткну-ка я ее нафиг мечом. Я что-то больше не знаю. Чтобы она не задолбывала. Сейчас мы ее проткнем. Давай, давай. Протыкай, протыкай, протыкай. Ну что такое? А что она? Блин, видимо, ее еще больше ослабить надо. Протыкайся, черт. Не хочет она протыкаться. Я пошел. Все, я пошел. Отвали. В следующий раз мы все пнем. Сейчас лишь бы свалить. Давай, Генри, скорее, скорее, пока ты не съели. Блин. Где дурацкий выход? О! Фух, наконец-то. Только не говорите, что Айлин. Все, все, все путем, она тут. Так. И как нам попасть на эскалатор? Так. Сюда? Или как? King Street Line. Че тут? Блин, еще собаки. Как они меня достали? У меня аж хп мало, они меня прибьют, а револьвер я тратить не хочу. Ну и все равно там два патрона, ладно, пробежим. Просто бежим мимо. Блин, а там есть еще куда... Блин, нет, некуда бежать, зачем я это сделал? Ой, все, валим. Валим. Ой, ой, спокойно, спокойно. Скорей, скорей, скорей. Давай, Айлин, иди сюда. Ой, какая же ты тормозная. Это ну... Ну, куда ты встаешь? Падай. Ой, ой, ой. Спокойно, спокойно. Алин, ты там вообще что делаешь? Что ты за стеной стоишь? Не, чтобы помочь-то, ну. Видишь, у меня жизни на один удар. Так. Окей. Потратили хп, ничего не получили. Ну ладно, идем наверх. Чем мы вообще туда идем? Я абсолютно не помню, где эскалатор. Ну и где мы? А, супер. Ой, ну и зачем? I used to live in North Ashfield. I used the subway all the time when I was younger. Познавательно. А, может быть, можно пройти... было написано, что, короче, этот билетик... Надеюсь, это не призрак, что этот билетик действует в обе стороны. Может, можно пройти просто насквозь туда. Блин, чё ты не хочешь идти-то, ну? Генри, не тупи. Ты хочешь, чтобы тебя призраки съели или что? О, фу, наконец. Давай, Элен, иди сюда. Пока нас не съела ты призрак. Скорей, ну. Ой, 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 ой. Вот дождалась, блин, а? Чё ты такая тормознутая? Иди скорей. Ну, иди сюда. Иди сюда, я тебе говорю. Фух.
Наконец-то! Наконец-то! А! Прошла. А, но теперь, я думаю, у нас все равно будут проблемы, потому что ХП у меня совсем нет. Аптечки у меня нет. Зато, насколько я помню, да, есть длиннющий эскалатор с монстрами и стен. А мне еще и Ален защищать придется. Может, тут где-то аптечка есть? Хоть где-нибудь. А? Только дохлая собака. Понятно. Знаете, я тогда, наверное, буду револьвер использовать. Потому что я не знаю, что еще делать. Меня ж, ну, по-любому прибьют там просто. Да, давайте берем револьвер. Потому что я не знаю, что еще делать. Идем. Где там первый? Генри. Так, пока все неплохо. Ой, ой, да! Скорей! Айлин, ты совсем тупая? Блин, капец. Я надеюсь, призраки на расстоянии меня, ну, так просто не убьют, потому что у меня жизни, я думаю, они даже не дотронувшись до меня, просто сожрут у меня все ХП. Ой, капец. Так, куда ты целишься? Ну, делай. Где он там? Офигеть, с какого? Как? Офигеть, как это вообще произошло? Как? Я стрелял в него, блин, капец. Офигеть. Все заново. Знаете что? Во-первых, давайте посмотрим, есть ли у нас в квартире аптечки. Если есть, сразу все используем, потом выкинем дурацкую сумку. Ну теперь я теперь хотя бы знаю, что делать, то есть все правильно сделали. Да. В этот раз мы хотя бы все правильно сделали. А, и насколько я понимаю, через поезд, я думаю, можно все-таки не проходить, потому что если я могу использовать с любой стороны... Или нет? Или надо проходить через поезд? А, да, надо, там же лестница ведет к завалу. Значит, да, значит, надо все-таки через поезд, это наверх, окей. Окей. Убираем дурацкую сумочку. Так, прочее. Вот у нас есть... Такое. Окей, еще что-то есть. Только ампула. Ну что ж, берем ампулу, окей. Все равно других вариантов я не вижу. Значит, воспользуемся ей, когда у нас будет совсем мало жизни. Так. Давай, давай, быстрей. Так, выходим. Скорей, скорей, Айлин, не тупи на месте, как всегда. Ой. Ой, фиг. Где дурацкая дверь?
отвалите же вы от меня, да? Вот дверь. Ой, блин, Айлин. Айлин, тупая Айлин. Пока она доползет. Ой, пока она доползет, меня убьют. Так, берем свечу. Идем наверх. Ой, да, вот так вот. Ну, где ты? Так, теперь главное не попасть с Синти. Иди скорее сюда-то, ну. Блин, почему мне не дали возможность ей управлять? Так каждый раз ждать этого тупого НПЦ. Ой, этого тупого НПЦ, пока он подойдет. Ой, Айлин, ну не тупи, ну пожалуйста. Ой, капец. Бред. А, окей. Айлин. Теперь у нас хотя бы КП не желтые, а синенькие. Угу. Еще немного. Совсем немного. О, все, ура. Айлин, а, все, она вышла. Блин, у меня уже паранойя из-за этого, из-за того, что она не может нормально за мной следовать. Ой, давай, бежим на эскалатор. Ой, камера, не бесись. Ой, отвали. Ну, ё-моё. Как же это задалбывает, а? А, бежим. В этот раз мы порешим всех этих гадких тварей в стене. Теперь у нас больше ХП. И совсем нет аптечек. Кстати, я теперь не представляю вообще, как их восполнять, если у нас в квартире не восполняется здоровье. Здесь вообще без понятия. Но я думаю, что-нибудь мы с вами придумаем. Скорее. Вот так, прекрасно. Валим. О, все. Так, а где револьвер? Фух. Вторая попытка. Так чё? Чё он снова тупит-то? Ну, что за бред? Что это за бред? Почему ты по нему не попал? Это реально бред просто. Вот это реальная недоработка. Геймплей. Здесь и так, в принципе, управление-то не актив. Хотя... там же, кажется, на ампуле было написано, что она еще дает реген на какое-то время. Это, наверное, реген работает. Ну, так, отлично, хорошо. Тогда у нас почти полное здоровье. Я думаю, мы пройдем. До следующего мира, думаю, пройдем. Ну, дети, Василий, из стены.
Слышу. Отлично. Бежим. Бежим, Айлин, скорее. Будет еще один. Да я ж по тебе пальнул раньше-то, ну. Наконец-то. Так, теперь валим через это, через поезд. Хорошо, что я уже все подвинул. Можно просто пробежаться. Ой, ну куда? Ну откуда ты тут взялась-то, ну? Ой, спасибо, Айлин, спасибо, что ты догадалась. Благодарю. Так... Как ты ко мне спиной стояла, ну ё-моё. Вот это бред. Ну быстрей, Генри, быстрей. Айлин, не тупи, иди за мной. А, волосы, волосы на экране. Так куда ты целишься? Фух, скорее, Айлин, скорее, скорее, ну. Наконец. Блин, за нами что, маньяк теперь? Что это было? Офигеть, я надеюсь, он здесь за нами не будет бежать. Так, где там дыра? Где-то должна быть дыра. Ну-ка. Хотя на самом деле я не знаю, зачем это, в принципе, если у нас все равно жизни не восстанавливаются в квартире. А, ну, чтобы сохраниться, да, окей. Для того, чтобы сохраниться. Если только Айлин еще не будет тупить. Все, подошла. Так, отлично. Теперь можно идти сохраняться. Ничего нового тут нет? Призраков больше тоже нету. Окей. О, игра не глюч, ты чего? Ты чего, игра? Такого раньше не было. Не надо. Не надо тормозить, пожалуйста. О, ура. Игра. Думай. Перезапиши, пожалуйста. Спасибо. Ой, что-то у меня начало на сохранении глючить. Наверное, из-за того, что я разрешение поменял. Надо его снова уменьшить. Ой, ой, спокойно. Спокойно, не тормози. О, о, вот так. Молодец. Все. Блин, патронов на револьвер вообще не осталось. Знаете что, давайте, наверное, это все-таки закончим эту серию. Все равно я боюсь, что дальше глючить будет, поэтому я в следующей серии просто уже исправлю разрешение, чтобы нормально работало. Вот. Ну что, мы наконец-то решили эту проблему с Сайлен и с метро. Я надеюсь, вам понравилось. С вами был Ним42. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались до сих пор. И до встречи в следующих сериях. Пока-пока.